Рейд по общественному транспорту. Дорожные полицейские решили проверить городские автобусы. Как оказалось, хамство и халатность карагандинских водителей не идут ни в какие рамки. Так говорят проверяющие. Журналистское расследование совместно с сотрудниками ГАИ по ошибкам водителей автобусов провели наши корреспонденты. Восток 5, 9 утра, час пик. В будние дни, чтобы добраться до работы, отсюда необходимо как минимум запастись терпением и немалой долей ловкости. В автобусах не протолкнуться. Нередки случаи, когда водителям приходится буквально насильно закрывать двери, чтобы люди не могли пробраться. Перебор в общественном транспорте – дело нередкое, однако похоже, что и пассажиры, и водители уже привыкли к такой ситуации. А вы знаете, что у вас перебор? Какой перебор? Перебор, автобус, да, и... пассажиров. Ну, час пик. Утром постоянно так будет. Автобусы переполнены, маршрутки грязные, водители грубые, разговаривают по соткам. Это бесполезно говорить. Начинаешь говорить, едь на такси, весь ответ. Нарушения сплошь и рядом, но нередки случаи, когда поведение водителей совсем выходит за рамки. План и перегруз вот этих, и тем более, как у них называется, конкуренция, они выходят друг друга матерят. Вот здесь был инцидент осенью. Подъезжает 40-й, 43-й, они собрали себя друг друга убивать. Это нормально? Честно? Ты что, едешь? И слова такие красивые. Безусловно, водители общественного транспорта в первую очередь ответственны за жизнь людей. Однако, по их словам, все проблемы они решить не могут. Если все будет закрыто, все графики 100%. Не надо. Это как понять? Графики закрыты. 26 положено, 26 на линии. Угу. Но люди-то стоят, это же тоже потому нарушение. Потому что не все графики закрыты. Это невозможно проконтролировать. Люди мне объяснили, что нельзя заходить, потому что здесь много людей. Угу. Люди заходят. О халатности водителей автобусов карагандинцы упоминали не раз. Множество жалоб от граждан можно найти в любой местной газете и на сайтах. Но, похоже, водителя этой маршрутки замечания не коснулись. У вас санитарные нормы здесь есть какие-нибудь? Соблюдайте. Кресла грязные, окна то же самое, перила. Как тут люди вообще ездят? В салоне, наверное, холодно, да? Что, не жалуются ли? А если авария какая-нибудь? Если колесо там, людей возите? С утра выезжаете на линию. Никто не проверяет? Проверяет. Что было? А как вы выехали? Таким образом, все предупреждения и штрафы, возлагаемые на нарушителей, для водителей общественного транспорта не преграда. Меры, принимаемые властями города, для них тоже не имеют особого значения. Создана горячая линия на базе ГУ ЖКХ, куда могут все пассажиры, люди города могут обращаться со своими жалобами. Телефон 42-59-79. Все жалобы рассматриваются совместно с перевозчиками и по всем жалобам принимаются меры. Аида Ибраева, Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.